Я строю сейчас в Куршавель, во Франции два объекта, строю один в Италии. Правила более понятные, прозрачные и выполняются. И чиновники, наверное, не такие, так сказать, плохие. Что там есть слово такое, как репутация, да, все-таки. А у нас тут репутация, по-моему. Потому что мне непонятно, как губернатор может брать вообще в руки 100 тысяч евро. Вот мне это вообще непонятно. Была там взятка, не была там взятка. Что ты сейчас Белый Хайнеш? Да, потом он может что угодно говорить. Но я, наверное, верю, что это не взятка. Человек вообще не думает о своей репутации, ну, нисколько, понимаешь? Это страна, где никто не хочет думать про свою репутацию. А там думают.